Первая неделя челленджа позади, и сегодня я хочу вам сыграть песню Shape of My Heart, ранее сыгранную более года назад. Я немного изменил аранжировку, и к слову, эта мелодия является ключевой композицией в моем курсе «Элементарная гитара». Этот курс поможет тебе научиться играть на гитаре, даже если ты ранее никогда не пробовал это делать. А если ты уже умеешь играть, то тебе подойдет мой второй курс «Прогрессивный фингерстайл». Ну и проходя обучение у меня, каждому предоставляется возможность выиграть гитару, каподастр, дорогие струны или стойку для твоей гитары. Все подробности в видео на моем сайте, ссылка в описании. А теперь переходим к каверу. День седьмой.